про вічне» на телеканалі Рудана. Я вітаю наших глядачів вітаю нас у студії протирея Олександра Горовенка. Продовжуємо говорити про ревнощі, і який аспект сьогодні. Слідуючий аспект називається краткородительський сценарій. Зачастую это касается девочек. Когда мама, которую або, как она считает, обидел мужчина в определенное время. И у нее получилась психологическая травма, и она ненавидит всех мужчин. Коротко это звучит как все мужики козлы, uh -huh. потому что один действительно поступил точно так, как вот как животные или даже хуже. И мама бессознательно, подсознательно, она воспитывает ребенка именно вот с этим ощущением, что мужчина это тот, кто бросит, изменит, будет пить, ненадежный, который засматривается на чужие юбки. И даже если она этого не говорит своей дочке, то она сто процентов об этом или эти слова и подобные ощущения она употребляет при беседе с подружками. Mm -hmm. То есть не, не надо вообще нашим детям что-то рассказывать. Они все прекрасно слышат и прекрасно перенимают отношение родителей к определенным вещам. Есть дети, которые спокойно бросают мусор вот прям под ноги. Uh -huh. Это говорит только об одном, что они это увидели. Где-то в, автор... в тех людях, которые для них авторитетные. Чаще всего это родители. И вот этот родительский сценарий, который перенимает ребенок, он очень сильно мешает жить ребенку, который потом становится взрослым, и как Мені его... Мне кажется, что в таком сценарии взагалии э, стосунки могут не складываться в принципе между девчонкой, выхванной таким чином, и парой. Они парою. складываются, но они складываются заранее деформированными, потому что есть периоды влюбленности, когда в принципе эмоции работают только в плюс, они работают угу. в сторону восхищения, там молодым человеком, в сторону, когда это что-то новое, это что-то неизведанное, это то, когда ты можешь с человеком чем-то особенным, личным поделиться, и он как бы на это говорит, ух ты, у меня точно так же. Здесь как бы самовлюбленность благоприятно влияет на то, чтобы эти отношения получились, но вот дальнейший, когда проходит момент, когда слетает вот этот букетно-цветочный период, заканчивается, проходит э, пора очарования, и наступает, ну не то что разочарование, а наступает момент, когда я вижу, вижу своего э, партнера неплохо, неплохое слово. Ну, да, того человека, которого угу. избрал, избрала. И ты начинаешь видеть его недочет, и ты видишь, что ага, что-то он телефон прячет. Интересно. А, а зачем ты прячешь? А почему тебя... А какой у тебя пароль на телефоне? Вот это, uh -huh. То есть когда слышит молодой человек или девушка такой вопрос, надо понимать, что это первый звонок, первый звонок нездорового человека, что если дальнейшая ситуация будет развиваться в этом ключе, то быть беде. Это именно возникает вследствие того, что когда-то мама, чаще всего это мама, она рассказывала очень много, будь с ним осторожно, да, они все хорошие до свадьбы, да, конечно, он тебе обещает золотые mm -hmm. горы, лишь бы ты, дальше уже не печатный текст. И девочка, слушая маму, она как бы не соглашается, она умом понимает, что ну, не все такие. Mm -hmm. И... Но психика воспринимает эти слова, при том, что она воспринимает их как слова авторитетного человека или хотя бы взрослого. То есть дальнейшая любая какая-то оплошность молодого человека приводит к тому, что все данные, которые мама загрузила в голову ребенку, угу. они поднимаются. Ты видишь, что он не отреагировал на, твой, на твое новое платье, ну не заметил, или что-то еще. И ты вспоминаешь, все мужики козлы. Ты смотришь телефон, кто-то позвонил, а он в сторону отходит разговаривать. И у тебя опять в голове все мужики-козлы, это наверняка общается с кем-то. Ты видишь, что сели кофе пить, а он телефон экраном вниз кладет. Но это же, естественно, угу. понятно, кто там будет звонить. Какие-то подружки или приходят смс с этих с сайтов знакомств. И он, чтобы это никто не увидел, он прячет телефон. Это все мама, здравствуйте! Называется. Как это лечить? Это лечится тем, что мы должны пересмотреть наши, наши какие-то базовые определения жизни и понять, какое, откуда мы получили. Мы когда-то разговаривали о воспитании, и там был важный пункт, что первые сведения, которые мы получаем, которые новые, с любого источника, оно автоматически становится истинным. Потому что мы не все можем проверить. Там вот пингвины где живут? В Арктике или uh -huh. в Антарктике? Ну, вот кто-то сказал в Арктике, все, человек это запомнил, они могут жить только в Антарктике. Или наоборот, я не помню. Но, тем не менее, вот это утверждение первое, которое мы услышали из уст другого человека, оно становится нашим. И то же самое касается первых утверждений в отношении с противоположным полом, мы это услышали, скорее всего, от мамы. И надо делать переоценку всем этим знаниям, которые мы получили. Как бы. Раньше я думала, что все мужики козлы. А лишь для этого треба остановиться? Для этого треба зрозуміти, что что-то не так не с моим козлом, а со да. мной? Что это не он, извините, мы... да, а вот что-то Это что -то передача не так. только для тех, которые говорят кто уже о себе. Да? Да, только для тех, mm -hmm. кто говорит, что я хочу решать эту проблему, не чтобы для меня эту проблему решили. То есть, если женщина смотрит эту передачу uh -huh. и говорит мужу: иди сюда, послушай, умный, uh -huh. говорят, она уже ошибается, она уже не права, потому uh -huh. что это лично для нее. Или если муж смотрит и говорит: иди сюда, тут про ревность, ты вот мне uh -huh. мозг ешь ложкой, и он ее зовет, то уже здесь ошибка, потому что человек само вот это проговаривание какой-то проблемы и возможные варианты выхода из этой проблемы это уже для человека, который осознал, что у него проблема. То есть mm -hmm. как бесполезно говорить человеку, что ты грешник. Он говорит, в чем, грешник? Я, я никого не убивал, все нормально. Я хожу на работу, я приношу домой зарплату, сделала ремонт, mm -hmm. в отпуск еду с женой отдыхать. Какой я грешник? ему бесполезно рассказать, что он там что-то где-то не доделал или сделал не угу. так. Это совершенно неверная ситуация. Поэтому мы рассматриваем только ситуацию, где человек сам хочет решать свои проблемы. Не на кого-то их вызваливать, а сам хочет работать вот с самим собой. Ну, это то, что касается первого пункта. Когда заниженная самооценка, ее поднимает работа с собственным умом, собственной психикой, это все касается повышения самооценки. Четвертый пункт, по которым может возникать ревность, это измена партнера, измена избранника, скажем, не нынешнего, а предыдущего. Вот второе замужество, и есть страх, что закончится точно так же, и это может быть причиной ревности. Как бы это, косо, это отходит в рациональную ревность. То есть подозрения, они как бы имеют под собой какую-то почву, но тут надо понять, что человек, который с тобой, он другой. То есть надо понять, что Вася, который с тобой, это не Петя, который был раньше, и он совершенно другой. Похожую проблему делают мужчины, когда начинают сравнивать своих жен. <связь> Хуже всего, когда они сравнивают с мамой. Это, это вообще конец нужно а, да. просто безосторожно доверять, да? Доверие своему избраннику ⁇ это здоровая психика. Угу. То есть там, где есть недоверие, все, это уже, либо, это уже однозначно психика больная. То есть если нет доверия между двумя людьми, вопрос, зачем вы вообще? Зачем эти угу. отношения, где есть недоверие? Христос избирает 12 апостолов, он что, не знал, что они все предадут? Знал, конечно. Он, они регулярно разбегались от него. И он скажет, что кто не будет есть моё, мою плоть и пить мою кровь, тот не может быть моим учеником. Часть учеников и уходит. Он друг не mm -hmm. спрашивает: может и вы уйдете? И куда мы пойдем? Петр говорит. Ничего, ну, mm -hmm. нашел, куда уйти? Когда его спросили: и ты был с этим, Назарением. Mm -hmm. Сказал: Не знаю этого человека. Поэтому Христос им доверяет. Вот это здоровая психика. Он доверяет им он рассказывает им все, более того, он дает им все, он дает им власть исцелять, он дает им власть над злыми духами. Это так должна поступать здоровая психика, потому что если нет доверия, то вообще непонятно, а зачем эти отношения, зачем жить все время в ситуации, когда жена прячет от мужа деньги, муж от жены прячет телефон. Это это надо уметь создать такой ад на земле и еще mm -hmm. называть это семьей и мужественно ждать, кто же первый умрет, чтобы потом спокойно пожить какой-то десяток лет. Вот так почему-то люди согласны жить десятилетиями вот именно в этих адских, я по-другому их назвать не могу, отношениях, когда они просто не доверяют. То есть доверие, если у вас есть абсолютное доверие вашему избраннику или избраннице. це здорова психіка, по крайній мірі, от в этом. Мені здається, що ще якщо є довіра, то в цій ситуації дуже важко там обранцю, партнеру, цю довіру зламати. Да? І якось мені здається, це зупиняє. Він розуміє, що моя ж дружина чи мій чоловік, вони ж мені довіряють, як же я можу це зробити. Так, да, совершенно вірно. Я знаю одну історію, коли жінчина рівнувала мужа к паригмахеру. Mm -hmm. е настолько, что запретила вот стричься вот в этой парикмахерской. Она сказала, моя подружка тоже парикмахер придет тебе пострижет дома. Она пришла, постригла, пришла жена, увидела, что они в постели вдвоем. Угу. То есть она сама эту ситуацию создала своей ревностью, при том, что муж вообще не планировал ничего. Ну муж, муж как всегда сказал, так получилось, да. Но тем не менее, действительно, ревность это то, что подтолкнет. Не обязательно будет. Это, естественно, ни в коем случае не оправдывает того человека, который изменил, но это будет таким сильным толчком в спину для человека, который колеблется. И доверие, как вы сказали, это то, что может быть очень сильным таким тормозом на пути к измене. Тем более, если ваше доверие не оправдали, то как бы вы в любом случае в выигрышном положении. То есть человек, который доверяет, он всегда победитель. Даже если его предали, это уже не важно. Нас, нас и мы предаем регулярно, поэтому ситуация, когда человек доверяет, она всегда гораздо лучше. Вот первый момент ⁇ это понять, что человек, который с тобой, это не тот, который тебе изменил. И человек, который с тобой, это человек, который даст тебе другой опыт. То есть это mm -hmm. совершенно другой человек. Он может в чем-то быть похожим, но он иной. Он не такой. И надо увидеть в этом человеке его красоту. То есть так как ты влюбилась в предыдущего Васю, так ты должна влюбиться и в этого, потому что и того было за что любить, и этого, и за что любить. А не зацикливаться на чем-то второстепенном и следить за его телефоном, экраном вверх, он лежит, или экраном вниз. Следующий пункт — это привязанность, которая является нездоровой привязанностью. Мы все привязаны к друг к другу тем или иным способом, но есть привязанность, которая нездоровая, которая рождается от боязни одиночества, когда человек настолько боится одиночества, что он терпит собой рядом с собой человека заведомо неверного. Uh -huh. Он просто готов смириться со всем, лишь бы не быть одиноким. Ну тут помогает первый пункт ⁇ стань сам себе интересен ⁇ То есть если мы станем сам, сами себе интересны, то одиночество перестает быть таким критическим, да, и одиночество в современном мире довольно легко победить элементарным смартфоном. То есть множество социальных сетей все-таки дают возможность общаться с живыми людьми, возможно, такими же одинокими, как и ты. Поэтому боязнь одиночества, она рождает зависимость от человека, который видит эту зависимость и пользуется mm -hmm. тем, что человек зависим от него. Это тоже нездоровая ситуация, и с ней тоже необходимо бороться. Ну и последний пункт — это манипуляция, когда Опять женщины. Чаще всего этим пользуются женщины, которые не уверены в себе, которые всего боятся, которые в зависимости находятся, которые инфантильные и незрелые личности. То есть здесь уже вся совокупность всех причин, угу. она превращается в манипуляцию, когда женщина ревностью манипулирует мужчиной. Ну, мужчины тоже иногда, но реже. Чаще всего этим занимаются и злоупотребляют женщины, которые хотят чего-то от мужа добиться. Ну того же элементарного я люблю тебя. Угу. Вот ей хватило на пять минут. Она увидела, что он случайно положил телефон не тем боком. Или он поменял пароль в Инстаграме. Все, это же уже смерть. Это для чего? Угу. Это чтобы я не зашла и не посмотрела историю твоих просмотров? Угу. Это же уже понятно. И поэтому манипуляция ⁇ это как совокупность всех предыдущих причин. Здесь, естественно, тоже для излечения надо понять, что это не путь, по которому можно строить отношения с человеками. Это не путь, где эти отношения могут быть счастливыми. Дякую вам за эти разъяснения. Думаю, что они будут корисными нашим глядачам. Ангел-хранитель. Осіда привічне триває. Далі поговоримо про життя апостолів. Я вітаю у нас, Анатолія Федоровича Хінченка. Доброго дня, Анатолій Федорович. Хто у наш герой сьогодні? Наш сьогоднішній герой, шановна Наталія Юрівна, буде святий апостол Андронік із числа 70. Чим він знаменитий? Він знаменитий багатьма. Такими життєвими обставинами, зокрема, самовідданим сумлінним служінням Господу нашому Ісусу Христу, своїм духовним подвигом, який він здійснив разом із своєю соратницею, супутницею і дружиною Юнією. Але я хотів би також відзначити й ту обставину, що він був земляком святого апостола Павла. Він, накії, апостол Павло, народився в місті Тарс, це південно-західна частина сучасної Туреччини, а на той час це була Римська провінція Кілікія. І саме там народилися і апостол Павло, і Андронік. Характерно, що Андронік увірував у Христа Спасителя раніше від апостола Павла. Угу. І про це святий апостол у своєму посланні до Римлян нам і розповідає. Ну, звичайно, вони познайомились також в Тарсі. Справа в тому, що на той час уже Андронік був християнином, апостол Павло ще ні, це пізніше сталося. І справа в тому, що їх перше знайомство воно засвідчило глибоку повагу Андроніка до Павла, а Павло, в свою чергу, виказав велику довіру і повагу до Андроніка. І вони навіть разом почали благовіствувати. В ім'я Господнє навертати язичників не тільки на території Кілікії, але також на території Фінікії, на території Палестини, Ізраїля, Іудею, на Балканському півострові і навіть в Римі. Тобто вони ходили у спільні подорожі декілька місіонерських подорожей були спільними, угу. і зокрема, перший раз, коли апостола Павла заарештували в Римі. І ангел Господній звільнив його. То у цій в'язниці знаходився і Андронік разом із Юнією. Тобто ангел Господній звільнив не тільки апостола Павла, а звільнив також і Андроніка Юнію, і інших духовних побратимів святого апостола, які томилися у цій в'язниці. Характерно, що. Їхнє земне життя також закінчилося разом. Це теж обставина, яка указує на спільну їхню місіонерську діяльність і на ту мученечіську кончину, яку вони прийняли в 58-му році після Різдва Христового при римському імператорі Неронові. Характерно, що разом із ними було страчено і ще п'ятнадцять їх найближчих соратників і друзів. Вони були спочатку поховані недалеко від місця страти, і там їх мощі почивали аж до 5 століття після Різдва Христового. Коли вже візантійські імператори, тому що в 395 році після Різдва Христового єдина монолітна Римська імперія розділилася на дві частини на західну з центром в Римі і на східну з центром Константинополі. І ось уже візантійські імператори Аркадій і Гонорій, вони перенесли. Останки оцих 17 мучеників на території Візантії, зокрема, поховали їх в передмісті Константинополя, містечко, яке називалося Євгенія. І там вони почували ще близько 100 років. Але на початку 7 століття Константинопольський патріарх Фома вирішив віднайти тіла Андроніка і Юнії. З цією метою були організовані археологічні дослідження. Місцевому священнику Миколаїв каліграфу було видіння у вісні. Господь указав, де знаходяться мощі Андроніка і Юнії. Вони були віднайдені на перенесені в центр Константинополя і поміщені в соборі. Характерно, що візантійський імператор Андронік І… Який також був названий в честь цього апостола, мученика за віру Христову, він збудував в XI столітті після Різдва Христового величний храм, де знаходилися мощі, Андроніка, юнії і інших мучеників за віру Христову. Дуже дякую вам за цікаву розповідь сьогодні. І чекаємо наступних на все добре, ангели хранителі.